Пограничный режим ужесточат. Глава региона выступил с докладом на заседании Координационного совета ФСБ, которое прошло в Салехарде. Заседание было посвящено защите национальных интересов Российской Федерации в Арктическом регионе. Губернатор отметил, что важная роль при этом принадлежит Ямалу. Северная граница округа является частью государственной границы. Кроме того, на Ямале реализуются стратегические проекты, важные в масштабах всей страны. Чтобы обеспечить безопасность промышленных объектов и населения округа, по мнению Дмитрия Кобылкина, необходимо ужесточить пограничный режим.